Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Акция Тиранова Аутлет. 5 по цене 3. Берешь 5 вещей, платишь за 3. Тиранова Аутлет. Мы открылись. Доступность доступной среды, наверное, будет обсуждаться в России еще не один год, если не поколение. Увы, но в курских домах советских времен эта тема по-прежнему актуальна. Очередной пример — вторая рабочая 1. Дыры в асфальте, сплошной высокий поребрик, отсутствие пандусов. Печальная классика. Жильцы который год бьют тревогу. Есть колясочники, есть люди с ограниченными возможностями, есть престарелые люди, которые не могут выйти из подъезда, особенно в зимнее время. Они могут подскользнуться, могут упасть. Очень высокие бордюры, где невозможно выехать с детьми, с коляской, у которой особенно приходится очень высоко их поднимать, эту коляску. Сейчас фасад дома ремонтируют. Частично. В 2012 году у нас закончили капитальный ремонт, который сделали за 12 миллионов, но не сделали подъезды. Люди выходят из подъездов, падают, потому что здесь все было не закончено, и все 4 подъезда не закончены. Сейчас начинают снова делать ремонт, мы даже не знаем, кто, зачем и как. И без того узкий двор, где, между прочим, на въезде стоит знак «Кирпич», опять же, по заверению местных, облюбовали как сквозной объезд автолюбители. Это также представляет опасность для лиц с ограниченными возможностями и детворы, считают жильцы. Закрыть нам въезд. Об этом писалось, у меня письма есть. Я была старшим по дому, когда об этом писала. Заезжают машины, газы, КамАЗы, ЗИЛы и проезжают по двору. Жильцы жалуются и на детскую площадку, за состоянием которой коммунальщики не следят. Как и за высокими деревьями, упирающимися в провода, которые от этого натянулись словно струны. Да только баллада на таком инструменте может оказаться весьма печальной. У нас развязка на столбе, на проводах очень ужасная. То бишь при малейшем порыве кабель перетрется, а столб, и будет замыкание. Здесь бегают дети. Обращались мы УК «Союзный» Киселев, чтобы дали ему заявку на отключение этих проводов и демонтировать, перезавести кабель. Ноль эмоций. И стали курями пороги инстанции отбивать. Вот и обращаются через СМИ с просьбой обратить внимание власти мушек на свои печали и решить проблему с домом и придомовой территорией. Акция «Тиранова Аутлет». 5 по цене 3. Берешь 5 вещей, платишь за 3. «Тиранова Аутлет». Мы открылись. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.